Эй, йоу, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка. Я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, все такое, и, в общем-то, вот там потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод Барбоскиных. Эта серия очень жуткая. Ведь здесь дружок сильно издевался над бедной Лизой. Это было ужасно. Эту серию я нашел на главном канале Барбоскиных, и это было ужасно, ведь здесь было уже более 1 миллиона просмотров. Я был до жути напуган. Но все же я решил посмотреть эту ужасную серию. Серия началась с того, что Лиза что-то искала, а дружок подбежал к ней и сказал, что сегодня ее очередь мыть посуду. Но Лиза сказала, что ничего она делать не будет. И добавила, что скоро за нее все домашние дела будет делать Джин. Но дружок хотел помешать Лизе. Ночью Лиза пришла на чердак вызывать Джина, а за ней пришел дружок и увидел это. Лиза читала заклинание. Джиниус Придинус, Алекатилинус Мектилинус Придиус. Дружок не удержался и засмеялся. А Лиза подумала, что это Джин. И дружок сказал, что он здесь. Что перед ней сам великий Джин. Он должен убедиться, что Лиза будет его слушать. И он давал ей разные коварные задания. Первое было, чтобы Лиза отдала телефон дружку. И она его отдала. В следующую ночь Лиза опять пришла к Джину. И сказала, что она выполнила задание. После чего дружок приказал Лизе избавиться от Гены. И она это сделала. И это было слишком жестко даже для дружка. Я не могу вам этого показать. И вот опять еще одна ночь. Дружок приказал ей убить себя. Но Лиза начала кричать, что она не будет этого делать. И Лиза сказала, чтобы он уже появился и выполнил то, что она хочет. Но вдруг дружок сказал, цитирую, «Я лучше знаю, что тебе делать. Гвоздь мне кеды». И здесь то Лиза поняла, что это дружок. Она заглянула за огромную колонну и увидела там его. На следующую ночь она надела на швабру белую скатерть и пугала ей дружка. Дружок не выдержал такого испуга, и его сердце разорвалось. На этом серия оборвалась. На этом все. С тобой был Сергеонис. Я думаю, ты знаешь, что было дальше с дружком. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь мое воображение.